И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Кэт Макс и Чумной Доктор. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы играем в FNAF 1, шестая ночь. Надеюсь, вы поддержите нас лайком, и мы пройдем эту ночь с первого раза. Потому что мы не смогли тогда пройти, ну а сейчас пройдем. Все, начинается. Даже немножко страшно, но надеюсь, мы пройдем. Серега, как ты думаешь, пройдем мы с первого раза или нет? Пройдем. Ты что, уже вот так сразу резко? Да. Ничего себе. Смотри! Да ладно! Нет, Серега, мне кажется, мы не пойдем с первого раза. Очень же. Да ладно! Ребята, если кушаете, пьете. Приятного аппетита. Ушли? Ушли. Вот это жесть. Кстати, Фокси раза три или четыре будет прибегать, так что надо очень внимательно слушать. Фредди. Так. Я за Фокси слежу. Следи. Стоит Бонька и на нас глядит. И ничего не делает. Он сейчас нам что-то сделает. Это хорошо, что он пока что нам ничего не делает. Мне кажется, это жестковато, да, для шестой ночи? Или норм? Так и должно быть. Норм. Норм, да? Самый раз. Не-не-не, Серега, это хард. Ха-ха, норм это была первая, вторая ночь. Для меня это легче, легко. Да? Серега, не получилось, видишь, не фартануло. Давайте не будем ждать, будем сразу начинать. Сейчас затащим, вот прям чувствую, вот сейчас точно мы затащим, 100%. Серега, надо настолько сосредоточить наши булочки, ой, глаза, чтобы быстро все нажевать. Так, все хорошо, все отлично. Да что так долго стоят? Уходите. Противные. Типа так сказать? Смотри, опять стоит. Он так не убьет, не убьет. Не должен. Не должен. А если должен, то убьет. Нет, не убьет. А если убьет, то я его. Видишь, их пистолеты не берут, это заскриптовано. Так бы замочить их всех. Да смотри, опять пришел мужик. Ржет. Хорошо, все. Фонарика нет. Тут чистенько. Да как? Или я только один умер? Ты один умер? Фух, слава богу, я думал, мы уже слились. Слышу, стой, ломает калитку нам. Да мы должны пройти по-любому. 12 часов ночи, уже 75%. Это какое-то издевательство, что ли? Это прям мало как-то. Может, Фокси прибегал, 10% украл, на него частенько смотреть камерой? Я смотрю. Поглядывать просто на него. Так, час ночи. Чика стоит. Стоит. Бонни стоит. Фокси стоит. Все стоят. Серега, Дальведа с тобой стояли. Сказали. Застрели классно. Давайте. Мы вас не боимся. На самом деле я боюсь, просто так говорю. Бежит. Я успел. Есть, в последнюю секунду. Я немножко испугался. Так, кто-то другой заходит к нам уже. Так, закрываем. Так, все спокойненько, все четко. Здесь никого. О, Чика. Есть. Все, давайте. Кто еще к нам? Никто? Голд Фредди не придет к нам? Я просто не помню, приходит он здесь или нет. Вроде приходит. Так, на Фокси будем немножечко поглядывать. Отлично. Хорошо все. Звуки страшные. Там кто-то стоит. Фредди стоит. У него глаза очень страшные. Ушел. Чика пришла. Фокси бежит. Закрыл. Есть, успел. Че, опять украл энергию? Ты че? Дал? Да как пройти? Сейчас пройдем. Бывает и хуже. Так, давайте начинаем еще раз. Отлично. Все, надо быть настолько внимательным. Я не понимаю, как у нас убивают? Мы же тут вроде все закрываем. Все чекаем. Сейчас опять придет Чика с этой стороны, а потом Фредди. Или рандомно? Не понимаю. Так,
уже начинает нападать. Блин, ребята, если мы не пройдем эту ночь, то не судите строго. Может быть, и не пройдем, ну что очень сложно. Но может, в следующий раз и пройдем. Я не знаю, почему мы не можем. Фредди постоянно убивает нас в 3 часа ночи. Бонни стоит, ушел. Надо Фокси слушать. Сейчас он придет, этот кабан. Толстый. Ну что, давайте, мужики, где вы? Опа, Бонни уже стоит. Телепортировался. Нету. О, Фредди! Фух. Отлично. Так быстро уходит? Это хорошо. Фокси! Закрыл! А, кава, не успел. Ломай, ломай, ломай калитку. Чик. Отлично. Надо настолько быть внимательным сейчас. Кто там, кто там? Никого. Фокси стоит. Красавчик. Кто дверь закрыл? Так, выживаем пока, мисс. Надеюсь, вот сейчас вот чувствую, вы должны затащить. Час ночи, 80%, это вообще хорошо. Отличный результат. Фредди как нас убивает. Здесь, 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 все хорошо. Никого нету. Ну, тащим? Тащим. У нас хорошая команда. Собачий патруль, охранник, а я за Балди играю. Вроде бы. Так, здесь кто? О, да ну как? Блин, жесть, я испугался аж. Нифига себе. Фокси бежит, закрывайте двери. Фух, я слышу, закрыли. Молодцы, ребята, молодцы. Отлично. Чего ж так тяжело? Фредди стоит, может закрыть лучше? Или не убьет, или убьет? Я же не знаю. Так, ребята, все у нас получается. Самая удачная попытка. Номер 3. Тащим, тащим, тащим. Никого. Очень напряженный момент. Вот сейчас что-то должно произойти. Вот такое, например. Или что-то еще должно. Фокси должен бежать. Давай, Фокси, беги. Нет, не бежишь. Фокси! Мне дверью убило, и Фредька убил. Мы все умерли, и опять мы... Я не понимаю, мы все умерли. Ну, давайте еще раз попробуем. Давайте. Последний раз. Если сейчас не пройдем, значит, не все поставили лайк. Должны все поставить лайк. Попытка номер 4. Надеюсь, точно получится. Все, начинаем. Жесть. Да как он нас убивает? Я не понимаю, откуда он приходит. Сзади, со спины, двери закрыты. Чика пришла. Жесть. Все, ребята. Я уже даже боюсь эту ночь проходить. Что-то как-то страшно. Мы даже втроем не можем пройти. А одному, представьте, одному проходить. Это прям какой-то челлендж целый будет. Кэт Макс опять заходит. Кэт Макс, без тебя не можем пройти, понимаешь? Не можем. Ничего, поддержка идет. Да, давай, давай, мы надеемся, что ты зайдешь и затащим сразу. Фокси! Все, поддержка идет. Да, давай, давай, давай. Фокси! Фух. Хватит ломать двери, новые замки поставили. Смотри, какой наглый. Кто такой умный? Кто Димас пугает? Никто меня не пугает, они хотят меня только пугать. Что там, стоит еще? Они здесь вообще жестко прям ходят, нападают на всех. Это самая сложная ночь, которую я играл. Честно скажу, ребята. Я играл разные части, но FNAF 1 прям вообще эта ночь жестко рулит. Еще бы чуть-чуть и мы слились. Секунда осталась. Че никто не нападает? Смотри, как-то очень странно. Фокси! Кабан толстый. Да зачем ты открыл? И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!